По данным областного Минздрава, дети в возрасте 7-10 лет были доставлены в больницу с ожогами первой и второй степени. Фото, группа ДТП 38.ру, Иркутск. Вконтакте. 8 детей доставлены в Иркутскую городскую клиническую больницу с ожогами после чрезвычайного происшествия в Иркутском ТРК «Комсомол», сообщает пресс-служба Минздрава Иркутской области. В сообщении ведомства отмечается, что глава ведомства Олег Ярошенко поручил мобилизовать все силы и средства для оказания медпомощи пострадавшим. На место происшествия были направлены 8 бригад скорой медицинской помощи, а также 2 реанимационные бригады Иркутского областного центра медицины катастроф. В пресс-службе Минздрава Иркутской области РБК сообщили, что пострадавшие – дети в возрасте от 7 до 10 лет. По предварительным данным, они получили термические ожоги первой и второй степени. По данным портала irk.ru, пострадавшие дети получили ожоги при проведении химических опытов в научно-развлекательном центре «Гравитация». Несмотря на то, что открытого возгорания в ТРК не было, из здания, по данным управления МЧС, было эвакуировано около 1,5 тысячи человек. В пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области РБК сообщили, что дети пострадали при проведении опыта с горючей газовоздушной смесью. В какой-то момент эта жидкость воспламенилась. Воспламенение происходило в течение 10 секунд. Однако 8 детей в возрасте от 6 до 11 лет получили ожоги первой и второй степени. Все они доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. На месте работает следственно-оперативная группа. Эвакуация производилась в торговом центре после прибытия пожарных. Персонал торгового центра никак не отреагировал на происшествие, пояснил сотрудник пресс-службы. Ранее на странице центра «Гравитация» в сети ВКонтакте было опубликовано объявление о проведении 1 июня большой праздничной программы. Будущих гостей предупреждали, что они вздрогнут от маленького водородного взрыва и узнают, как устроен фейерверк. Источник Интерфакса сообщил, что директор центра «Гравитация» задержан. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.